Всем привет, меня зовут Илона, и сегодня я покажу идеи для новогодних подарков. Они будут максимально простые, но я уверена, что вам они понравятся. И да, я знаю, что этот ролик опубликован 31 числа, но лучше поздно, чем никогда. В общем, поехали! И начала я, как по мне, казалось, с самого простого, а именно в виде вязания крючком амигуруми маленького котика. Но на самом деле эта работа у меня заняла более 3 дней. Я связала практически половину кота, но все это распустила, потому что где-то я ошиблась, где не знаю, поэтому я пробую делать его снова. У меня получилась вот такая вот штучка. Пузико чуть-чуть съехано, но я уже вяжу 3-й раз, и я не понимаю, ну типа по схеме все сходится. Ладно, может, когда я ватой забью, оно будет получше. Let's go. Что это было? Ладно. Интересно, если это все обрежу, но у меня сейчас все распустится, да? В видео сказали то, что нет. Ладно. Поехали. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears. I'll give you to someone special. Короче, шел 3-й день вязания этого котика. Очень надеюсь, что я его свяжу сегодня, потому что завтра Новый год. Я очень надеюсь, что у меня получится. Но я сделала все возможное для этого. В целом, я пытаюсь уже около недели что-то связать, поэтому... Я думаю, что что-то да получится в конце. После долгих попыток и сильных стараний у меня получилось связать игрушку. Друзья, я вязала эту игрушку на протяжении 3 дней. И до этого пыталась сделать что-то на протяжении недели. Все из-за того, что я никогда в своей жизни не вязала самостоятельно какие-то вещи, игрушки. То прошу не судить строго. Что ж... 3 дня мучения, слез, работы, труда. Боже. Вот то, что в целом должно было получиться по видео. Да, так он называется. Толстый кот. Та-да-та-да! Ох, на самом деле, мне очень нравится то, что у меня получилось, но я бы не могла назвать его котом, потому что, да, у него отсутствуют лапы, но так и должно быть. Во-вторых, отдельный лайк за хвост. Мне он действительно нравится. Ну, а в-третьих, мне он больше напоминает мышонка, нежели кота. Но в целом я очень довольна результатом. И считаю, как для самой первой игрушки и самого первого вязания за, наверное, 2 или 3 года, это очень даже неплохо. Прошу не оценивать в комментариях и не судить строго, как я сказала ранее. Ну что, сейчас мы будем... собирать все подарочки и ставить их под новогоднюю елку. Поехали! Но перед этим я решила показать, как декорирую свою комнату к Новому году. Далее решила сделать всем родным, близким и друзьям открыточки. Я нашла очень много классных идей в Пинтересте и решила повторить одну из них.
Идея не новая, ей уже несколько лет, но тем не менее она очень классная, и я никогда еще не делала такие открытки. Все, что нужно, это картон, иголка и нитки. Чертим небольшой треугольник, после делаем дырки и при помощи нитки, мюлине и иголки делаем узор в виде елочки. Получается очень просто, но очень стильно. Узор можно сделать не обязательно в виде елочки, а также можно поэкспериментировать и сделать разные открыточки. Ну что, друзья, следующие открыточки будут максимально простые, и все, что в них нужно, это умение рисовать. Первая открытка выглядит следующим образом. Она очень милая, но достаточно простая. И для обеих открыток нам понадобятся обычные акварельные листы, либо плотная бумага или картон, на котором можно рисовать. Лично я возьму это из своего блокнотика. Ну что ж, поехали! Что ж, тут я складываю все подарочки и ставлю под новогоднюю елочку. Обязательно делитесь в комментариях, что вы подарили своим близким и родным. Также пишите в Телеграме, какой подарок вам понравился больше всего. И снимайте подобные ролики на мой YouTube-канал.